Озелененные зоны, спортивные площадки придут на смену тому убогому состоянию, в котором сейчас находится сквер напротив ДК имени Свердлова. Бюджет проекта по благоустройству сквера на пересечении улиц Большая Покровская и Октябрьская оценивается в 10 миллионов рублей. Работы планируется осуществить за счет привлечения меценатов при минимальном использовании бюджетных средств. Как отметил председатель комиссии по экологии Михаил Кузнецов, по концепции зона сквера будет освобождена от любого рода коммерческих объектов. Там не исчезнет ни одного дерева, но прибавятся кустарники красивые, прибавятся цветы, прибавятся арт-объекты красивые. В любом случае иметь перед домом благоустроенный сквер гораздо лучше, чем общественный туалет. Сквер напротив ДК Свердлова – один из пунктов концепции развития нижегородских парков. Окончательно она будет оформлена в мае, а уже осенью на ее основании будет принята программа развития территории, то есть официальный документ, с которым будут работать муниципальные власти. Для России вообще этот проект может стать первым с точки зрения комплексного подхода к благоустройству. Мы понимаем, что недопустимо использование парковых территорий под коммерческие объекты более чем 10% территории. Сегодня мы видим, что в некоторых парках этот лимит уже превышен. Мы должны в этой концепции заложить отношение города к паркам на ближайшие 10, 20, 30 лет. Напомним, в ноябре 2015 года была создана рабочая группа по созданию концепции развития парков и озелененных территорий Нижнего Новгорода. В ее основе 10 положений, регулирующих деятельность органов управления парками, будь то муниципалитет или арендатор. Как и полагается, первым пунктом значится неприкосновенность территории парков. Анастасия Грибова, Георгий Захаров, столица Нижней.